«Щелка» проходит в Щелковском театре. Сегодня здесь для детей устроили настоящее интерактивное представление. Сказочные герои, много танцев и песен. Ну и, конечно, у всех отличное настроение. Убранство праздника порадовало каждого пришедшего маленького гостя, ведь все было очень красочно, ярко и красиво. В общем, так, как и должно быть в настоящей новогодней сказке. Тут очень красиво, и мне больше всего понравился это Дед Мороз. Он красивый, в красивой шубе, как без... Ну, и Снегурочка тоже очень красивая. Хорошо отметить Новый год и счастья и любви. Организатор елки депутат Игорь Школьный также пожелал всем собравшимся всего самого лучшего в наступающем году. Это происходит каждый год. Детишкам это нравится. В этом году как никогда. Большое количество детей, которые очень хотят посетить елку. Поэтому пожелаем им здоровья, всего самого хорошего родителям, дедушкам, бабушкам, чтобы все было у них хорошо в этой жизни. И в 2019 году сбылось все. Всего более 200 детей поучаствовали в развлекательной программе и зарядились праздничной волшебной атмосферой в преддверии нового 2019 года. Мария Буржинская, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».